менеджер кубинца Рисланди Лары, Луис Де Кубас-младший, поделился мнением о потенциальном бое своего клиента с Геннадием Головкиным. Рисланди Лара дрался с лучшими и по праву сохраняет свой статус элитного боксера, в первом среднем. На данный момент он один из лучших в своем дивизионе. Сейчас мы сосредоточены на бое с Юрием Форманом. После этого посмотрим, что будет. Мы хотим сделать объединительный бой с непобежденным Димитриусом Андраде или, возможно, супербой в среднем весе с Геннадием Головкиным. Люди говорят, что все избегают Головкина, что никто не хочет с ним драться. Мы же готовы сделать этот бой, если урегулируем денежный вопрос. Лара – один из лучших в мире. У него идеальный стиль, чтобы побить Головкина, заявил Де Кубас-младший. Промоутер Головкина, Том Леффлер, опубликовал в Твиттере о возвращении боксера к тренировкам. Команда Головкина уже на встрече на высшем уровне на фабрике нокаутов в Биг Бир и с нетерпением ждет большого боя. Головкин, Джейкобс, написал Леффлер в Твиттере. Отметим, что команда Головкина действительно возлагает большие надежды на этот год. Помимо боя с американцем Дэниелом Джейкобсом в марте, у Головкина запланирован поединок с мексиканцем Саулем Альваресом в сентябре. Сам Геннадий в одном из интервью сказал, что хотел бы провести в 2017 году 3 или 4 боя.